Пхеньяне прошла пятая сессия 13-го созыва Верховного народного собрания. В ее работе принял участие лидер КНДР Ким Чен Ын. По сообщению центрального телевидения страны, в ходе заседания обсудили и приняли решения по нескольким основным пунктам, включая план пятилетнего экономического развития, бюджет, 12-летнее обязательное образование и создание комитета по международным делам. Последний пункт стал главной новостью этой встречи. По сути, Ким Чен Ын вернулся к структуре, которая существовала еще при его деде Ким Ир Сене. Тогда комитет по международным делам был создан в 1989 году и проработал лишь 10 лет. Его ликвидировали в сентябре 1998 при Ким Чен Ире. Председателем нового комитета назначен заместитель председателя ЦК Трудовой партии Кореи Ли Су Ён, который курирует все внешнеполитические направления.